президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня совершит визит в освобожденный от армянской оккупации город Шуша, где проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает канал 13 со ссылкой на турецкие СМИ, об этом накануне турецкий лидер заявил в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей партии «Справедливости и развития». По окончании программы в Брюсселе я поеду в Баку в гости к президенту Ильхаму Алиеву. Оттуда мы поедем в Шушу, один из освобожденных от оккупации городов Азербайджана. Там проведем ряд мероприятий и встреч, рассказал он. Эрдоган подчеркнул, что поедет в Шушу со своей семьей. Вместе с семьей посетим освобожденный от оккупации Шушу. Турецкий лидер также отметил, что будет смотреть футбольный матч Турция-Уэльс вместе с президентом Ильхамом Алиевым, который пройдет в Баку 16 июня. Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что у Эрдогана запланирован визит в Азербайджан с 14 по 16 июня.